Всем привет, чуваки. Наконец-то в Харькове нормальная погода, а то неделю шли дожди. Я еще и приболел, 5 дней болел, вообще не выезжал. Думал, коронавирус, но все обошлось. Просто обычная простуда. Выехали с монголом. Монгол сейчас будет делать 2 бара. И вон эти 2 бара. Вообще, мало в себя поверил. У нас сегодня задача у нас у монгола сделать вон эти 2 бара. А я сегодня буду тренировать випчанский. Я говорю, буду вип сегодня тренировать. Начинал тренировать его в начале осени, потом забил, и вот сейчас опять возобновляю тренировки тейлвипа, и надеюсь, к концу года я поставлю. Что ты меня не веришь так? Я все верю, Герман. Только я не буду на этой херне. О, ты что, сегодня или вообще? Вообще, за этот год, если успеешь. Ну все, за тейлвипе квас. Мы запечатлели на камеру, типа, если сделает. Если не купит, монгол пи***. Я не куплю. Но я куплю, чувак, если ты сделаешь. Все, короче, у меня есть стимул теперь делать VIP. Потому что монгол мне пообещал класс. Да, класс-то хорошо. Ну давай, если не сделаешь 10 срочей. Короче, уже было. Чувак, уже было много вариаций, если я не сделаю VIP, чего мне там и пеги снимали, и велосипед продавали, и YouTube забирали. Ну, короче, очень много было всяких историй. Но я надеюсь, что я сделаю. Сейчас поеду на вот этот подкат и буду тренировать. Давай, 2 бара делаешь и поехали. Тейлвип я буду делать. Да ты шо? Со второй попытки? Ну теперь давай вон эти 2 бара. Сейчас. Юный киллер, сука. А с банча сделаешь? Не в этом году. Понятно. Ну, следующий год уже близко. У меня вот был день рождения позавчера, и мне вот сказали, типа, кто-то пожелал, чтобы я сделал с банчопа. Поздравьте, блядь, монгола с днем рождения, у него было позавчера. Монгол, поздравляем тебя с днем рождения. Спасибо. Давай, пошел. Нихуя себе въебал. Чуваки, ну это с третьей попытки было. А, ладно, волны, красава. Второй в Харькове. Батюк, я просто завалил к обеду. Я просто в шоке, чуваки, это. Короче, монгол красавчик, это твой первый ванэти бар? Первый ванэти 2 бара и второй, ну, да, в Харькове. Ну, после дальше. Начинает выебаться, уже зазнаваться. Ну, короче, малой, да, респект ему, красавчик, сделал 2 бара. Вообще, я завалил. Ну, теперь моя очередь делать тейлвип. Сейчас посмотрим, что из этого выйдет. Сейчас отдышусь и опять со всей силы попробую закрутить его. Да, да ты только что просто поустал, поэтому гуся словил. Блядь, отвечаю, делаю на концентрации 3000. Вот концентрация 3000. Вот, да. Не себе, уже... Ты видел, блядь, в шатун, блядь, стоил? Вот так вот. Да, надо было надо ехать. Надо уезжать, а так. Сопли эти летят, ебать. Такие вот сопли вылетают. Жалко, нельзя приближать на этой камере. Я показал соплю. Кто умеет вип, пишите в комменты, что не так с випом. Буду читать, исправлять ошибки. Хотя мне Давид рассказывал очень много всяких теорем. И ни одна из них мне не помогает. Ну что, блядь, ни хуй не делаешь? Тебе же Давид говорил, наверное, по-любому про первую ногу, переднюю. Да, и Давид мне говорил, что надо каждый день делать. Каждый день, если ты будешь делать, ты типа выучишь. Ни хуя.
На UBMX потом тебя выложат нахуй. Подожди, надо отдохнуть, чтобы была концентрация 3000. Ты думаешь? Да по-любому. Потом концентрация 3000 и с первого VIP, и с первого класса. Олег. Так, чуваки, а сейчас у нас рекламная пауза, пока я отдыхаю. Да. Рекламная пауза. Спонсор данного видео – шампунь Жумайсенба. Скажи, первый? Кузьмик Урбит Булэтсенба. Давай, пошел вип делать. А вместо этой рекламы, чуваки, может быть реклама ваша. Так что пишите мне в директ по поводу рекламы. Будем общаться. Диникс.бет. Надежные ставки и коэффициенты там. Поставь седло, вот. Седло поменьше, подниже. Да нет. Давай чего? Я тебе дам шестигранник. Не надо мне. Хули нет. Пускай так будет. Да ты писюн, давай. Все, я делаю. Да, не. Максимально опускает, а этот ему похуй. Защита. Короче, давай еще 3 попытки. И идем кушать. Идем, да, кушать. Поехали. Пошел. Давай. Не, хуй. Да нихуя, давай на жопе уезжай. Ноги ты подожми хочешь, к себе. Жопу себе порвал об седло. Надо ноги сомкнуть. Ну, главное, что класс будет тогда. Чё, надо ноги сомкнуть и все. Нихуя, блядь. Ну, на этом мы заканчиваем сегодняшние попытки телвипа. Потому что что-то не идет. Вот такие вот, короче, попытки у меня телвипа сегодня были. Пока, чуваки, не идет. Телвип у меня что-то с этого вылета. Ну, упорство и труд, все перетрут. Я надеюсь, буду чаще выезжать делать. И надеюсь, я к Новому году сделаю себе подарок и поставлю этот, блядь, телвип. Но монгол сегодня красавчик. Сказал, 2 бара сделаю, сделал. Можете подписаться на его инстаграм. Ему будет приятно. Ну, короче, пишите комментарии свои. Так, чуваки, короче, мы уже приехали на Хатоп. На улице просто ужасный холод. Ну не знаю, пацанам это не мешает кататься. Но у меня руки просто красные. А это еще даже не зима. Сейчас попробуем раскататься и поснимать что-то. Потом хар... Звонить, вопли. О! Не, брат, ты сильно стал близко. Я не успел. Вот тут нахуй. Поверни этикетку. Надо будет букву К при фотошопе. Привет. Сука ты. Ёбана, бля. Йоу.
Короче, ребята, спасибо всем, кто отсылает свои ненужные запчасти. Надеюсь, еще будут посылки, потому что у меня имеется только два обода, вилка и монгол вы на сегодня подогнал. Спасибо монголу. У меня еще есть покрышки, педали и цепь. Еще очень много нужно запчастей. Я надеюсь на вашу поддержку в этом сборе, потому что Богдан реально нуждается в велосипеде. Сейчас Мекас расскажет. Даже не то, чтобы нуждается, скорее просто типа Богдан, он такой человек, ну, чуть-чуть с отклонением. И вот он постоянно любит приходить там на склад, типа повисеть, побазарить с кем-то, пообзывать кого-то. А вот вы представьте, да, вот он ничем не занимается по жизни. Вот просто он ходит в школу и ходит базарит. Все. А вот соберем ему велик, и будет у него хобби. Я, конечно, понимаю, что это будет, типа, ну, пипец для него жестко, слишком велик, типа, он на него просто не залезет, наверное. Залезет. С первого раза. Он уже катается на моем велике. Ну, хорошо, ладно, пусть и даже залезет. И, ну, типа, вы прикиньте, да, мы человеку сделаем чуть-чуть жизнь ярче. Чуть-чуть он, ну, станет более развитый вот тут, в каком-то направлении. Ну, короче, все хорошо, что вы вот типа вот так отзываетесь, что вы помогаете, отсылаете свои детальки ненужные. Вот, за это вам реально огромный респект. Вот, смотрите, у нас тут два обода и вилочка. Респект парню? Респект парню, да, там укажешь его, не укажешь. Чувак, я надеюсь, таких еще будет много, потому что для сбора велосипеда нам понадобится еще куча запчастей. И да, это, тут два обода, спасибо ему, и вилка. Это уже у нас имеется. Еще чуть-чуть, я думаю, к Новому году я уже соберу ему велосипед, может чуть позже, смотря как кто будет отправлять. Так что респект, пацаны, за вашу помощь. Да, реально. И Богдану будет очень приятно. Мы подарим ему какую-то надежду на какое-то веселое времяпровождение, потому что вы сами понимаете, что BMX это очень да. Весело, всегда прикольно, и можно чему-то научиться, физическая форма и тому подобное. Не будут ходить тыняться, будут кататься на велосипеде. Респект, пацаны, вам. Короче, вот и покатались. Вот так наши будни проходят, когда мы никуда не ездим, чисто катаемся на хатобе и занимаемся херней. На улице холодно, просто ужасно. Когда катаешься, еще более-менее. Но когда посидишь, все, просто весь деревянный становишься. Так что, чуваки, кому нравится видос, ставьте лайк, пишите коммент и помогите добить 20к до Нового года. Давайте, ребята, я вас верю. Отправляйте видосы, какие нравятся друзьям своим. Рассказывайте в ВК и тому подобное. Все, а мы едем домой. Поменялись, пацаны.